Мероприятия в рамках Года героев в Ирбите продолжаются. И на этот раз для ирбичан была подготовлена встреча с долгожданным гостем. В перерыве между служебными командировками наш город посетил самый молодой из героев Урала – летчик Дамир Юсупов. Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы. Эта фраза в августе 2019-го стала синонимом чудесного спасения. Ее автор Дмитрий Явлицкий – бортпроводник рейса уральских авиалиний, летевшего из Москвы в Симферополь. Тогда самолет на взлете столкнулся со стаей чаек и меньше чем через 2 минуты после отрыва от взлетной полосы совершил аварийную посадку в поле. А пока бортпроводники эвакуировали из салона пассажиров, командир воздушного судна Дамир Юсупов вызывал подмогу и проводил необходимые действия, чтобы не допустить возгорания самолета. Пассажиры, слава богу, сами все эвакуировались, пострадавших не было, то есть они своим ходом все сами эвакуировались. Это было облегчение, потому что мы пока в кабине разговаривали с диспетчерами, буквально минута проходит, вот как Дмитрий зашел, говорит, эвакуация, я говорю, да. Мы пока там занимались диспетчером, он же заходит через минуту и полторы, говорит, все, Дамир, типа, все, самолет пустой. Может, 8 дверей, 4 с одной, 4 с другой стороны у нас, и быстро все как, вот, как рассыпались, скажем так, высыпались из самолета. Я говорю, сами? Да, все сами. Ну, небольшое облегчение было. Но не только подробности того самого рейса интересовали студентов гуманитарного колледжа на встрече с героем. Обсуждали все – от вопросов выбора профессии до взглядов Дамира Юсупова на ситуацию в стране. От интересов на земле до предпочтений в небе. Большая мечта, понимаете? Большая авиация все-таки меньше романтики, потому что ты летаешь по определенным маршрутам, летаешь высоко, летаешь по приборам, и ты земли не видишь. То есть романтика, она быстро проходит. А все-таки мало авиации, когда ты летаешь низко, летаешь над землей, есть у тебя больше свободы действий. У нас же никакой свободы нет. Мы не можем там низко пролететь. Говорят, прилети низко над нашим городом. Я говорю, я не имею права. У нас есть маршрут, есть план полетов и так далее. То есть мы взлетаем, летим строго по маршруту. Здесь никакой самодеятельности нет. А мало авиации, они как-то более... свобода выбора как-то побольше. Они могут там где-то... полетать на более низких высотах и так далее. Поэтому я бы с удовольствием полетал на маленьких самолетах. При этом для многих ребят эта встреча стала значимым событием, а общение с героем оставило много приятных впечатлений. Мы сидели и оглядывались постоянно на двери, чтобы посмотреть, когда он войдет. Он зашел, и какая-то шеренга людей идет, и он идет, и я прямо, настоящий он здесь. Я думала, что мы будем просто смотреть видео и... Но оказалось, что все прошло намного интереснее, люди задавали вопросы, люди смеялись, и это было намного лучше, чем я ожидала. Прикинь, тебе он показался? Веселым, с чувством юмора. А обычный человек, и такие обычно становятся героями, хорошие. Но только встречи со студентами программа этого дня для Дамира Юсупова не ограничилась. Как по-настоящему любознательный человек, он не упустил возможности познакомиться с нашим городом поближе. Тем более, что Дамир сам когда-то увлекался мотоциклами. И эта часть прошлого и настоящего Ирбита ему была очень интересна. Поскольку я первый раз на ирбитской земле, очень рад вашему теплому отношению. Спасибо вам за гостеприимство. Ирбичанам желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. Все будет хорошо.